Всем привет, ребята, с вами снова я, Хик, и в сегодняшнем видеоролике я вас попрошу сразу же вспомнить свое первое прохождение GTA San Andreas, потому что сейчас у вас будет просто разрыв шаблона, так как эта бета-версия GTA San Andreas заставит вас по-настоящему удивиться. Ну а перед этим, дорогой друг, если ты вдруг играешь в GTA San Andreas мультиплеер, присоединяйся ко мне на сервер Arizona Red Rock, IP-адрес и все ссылочки есть в описании, регайся по моему никнейму Дэнни Хик, а также на 6-м левеле вводи мой промокод, который сейчас видишь у себя на экране, и получай крутые бонусы. А всем остальным я желаю приятного просмотра, чай, печеньки, все как вы любите, и погнали. И вот уже в начале мы видим какой-то помутневший такой, вот этот вот, не знаю, как-то превью назвать, что ли. Так, ну меню, конечно же, стандартное, разумеется. К сожалению, нельзя в этой модификации запустить загрузку игры. У меня тут очень много сохранений всяких разных, но, к сожалению, они не запускаются, только новая игра. Ну, погнали, начнем. Да, видим сразу, что это все из беты взято, потому что нет широкоформатных loading screen. Big Smoke. Своей бета, так сказать, амплуа. Этот ладен скрин был в бета-версии. Международный аэропорт Фрэнсис. Господи, вот это, я понимаю, темнота. Надо будет добавить яркости в настройках. Мне просто интересно. Вот уже Карл Джонсон у нас одет совсем другой, не в свою белую маечку. Он выглядел именно так. Потеплее оделся, понятное дело. Такси тоже по-другому выглядит. Так, и погнали. Самый первый арест Карла Джонсона. Итак. Темпенни тот же. Фернандес, по-моему, тот же. А у Паласки изменился цвет волос. Вот. Только не знаю, в сюжете я не помню, были такие белые крутые кроссы или нет. Так, да. У Паласки появились волосы. Более такие отчетливые. Так, он немножко лысенький такой. Тут он сейчас покрасился, видимо. Ладно, окей. Предлагаю перелистнуть это. Че, вы никогда не видели, что ли? Так, ну и появляемся мы в обычном месте. Сразу же хочу в настройки зайти. Дисплей. Так. И яркость на максимум просто выдвинуть. Да, все такое желтоватенькое. Даже Карл стоит по-другому. Лицо Карла такое же. На удивление. И если пройтись через альт, походка Карла вот такая вот. Немножко вальяжная. Это уже сразу же изменение. Да, Карл Джонсон разминает свои. У него руки стали больше, как будто бы. Ну, и даже пальцы как будто бы отдельные. Ну, не знаю. Ну, в общем, погнали, попробуем пройти первую миссию. Заодно посмотрим на окружение, что нас окружает. Желтизна. Она, конечно, блин. Это стиль такой был своеобразный. И вообще, походки педов другие. Баласы, как видим, тоже были совсем другие. Окей, пройдем первую миссию. Если вы помните чуть-чуть маппинга, вот главное это запомнить маппинг при вашем первом прохождении оригинальной игры, потому что здесь он совершенно какой-то иной. В бета-версии он был иной. Этих заборчиков не было. Вот так никто никогда нигде не делал. То есть, в принципе, это логично. Почему здесь баскетбольная площадка заграждена? Потому что мячик, блин, вылетает на проезжую часть и так далее. А здесь в бета-версии почему-то об этом подумали, а в оригинале решили это вырезать. Почему? Я не понимаю. Потому что это реально круто смотрится, и это логично. NPC некоторые выглядят по-другому. Но это понятно. Возможно, все уже об этом слышали как-то. Вот, помимо всего этого, вообще свечения другие. Оружие посвящено как GTA Vice City, что ли? Ну, разумеется. Потому что предыдущим проектом Rockstar был именно GTA Vice City. Заезжаем на Grove Street и видим, что можно заходить в дома всеми известных нам OG-лока, допустим. Дом OG-лока. Раньше у него нельзя было войти, сейчас можно войти. Пожалуйста, такой вот у него скудненький интерьер, если честно. До поры до времени я, кстати, не знал, что, оказывается, в бета-версии возможно было заходить намного больше домов, чем есть сейчас. То есть, дом свита тоже может зайти, да, он такой вот классненький домик. Угу. Почему это вырезали, я не понимаю, это было бы, ну, уместно. То, что в дом своего братишки-то родного можно было зайти, дом райдера также можно было войти. И эти интерьеры есть в игре, я не знаю, почему их... Так и никто не использовал. Ну как, для касцены, наверное, только использовали. А так, в основном, просто здесь можно побегать. Было бы интереснее, если в оригинале также это оставили. Походка CJ, nice. Окей, давайте попробуем пройти первую миссию. Может, она как-то изменилась. Да и вообще на Биг Смока посмотрим. Мне просто интересно, как Биг Смок просто вылетит на Карла Джонсона и как он будет вообще одет.
Потому что мы знаем, ну, вообще, на самом деле, на YouTube очень много видеороликов присутствует, типа, что вырезали, что бета-версии было и так далее. Сейчас же эта модификация, ссылочка, кстати, оставлю в описании, кому интересно, скачаете. Да, Big Smoke, вообще по-другому выглядит. Вот, кому интересно, это просто модификация, которая добавляет все, что вырезано, в одно. И в это можно сейчас поиграть. А-ля окунуться в те самые времена, когда игра была только на стадии разработки, а в финальной версии мы получили то, что имеем сейчас. Ладно, скипаем. И помните, то, что это было как бы... Ну, касцена за нас ехала. На самом деле мы должны были сами здесь ехать. И тачка Пикадор. И тут диалог еще какой-то раскрывается, который был вырезан также. И вот самое прикольное, пацаны, то, что, смотрите, карта изменена. Вот тут я просто не зря сюда приехал, потому что здесь был совершенно другой проезд. Да, вот видите, даже тут PC еще ходит. По-другому был вообще проезд. Но нам надо доехать до кладбища. И я параллельно хочу еще понаблюдать за тем, что здесь поменялось в этом городе. Именно в самом маппинге. Потому что это очень интересно. Я-то помню весь город вообще, каждую улочку, закоулочку. Я это все прекрасно помню. И если что-то сейчас найду... Такой вот, например, как вот тот проезд, его, которого раньше не было, там стояло какое-то здание. Вот, то я вам обязательно это покажу. Одежда копов была изменена. Вот, например, вот этих вот домов точно не было в оригинале. Вот что это такое? Это намного красивше выглядит, как мне кажется. Чем вот есть, что здесь есть в оригинале. Вот, тут даже звездочка есть, нифига себе. Дома какие-то элитные, классные. Не знаю почему, блин, просто взяли и вырезали. Возможно, у меня сейчас такое мнение складывается, что, ну, потому что я это вижу все в первый раз. И тогда Rockstar Games почему-то это не понравилось. Хотя выглядит он презентабельно, красиво. Но не посчитали, что это нужно вырезать, это не то, что они хотели. Вот, но мне пока все нравится. Я не знаю, почему это мешало. Так, припаркуем транспорт. Начинается такая сцена, да. Странно немного, да, учитывая то, что мы должны как бы сходить с другой стороны заходить. Так, как изменились у нас персонажи? Свит, Кэндл. Кэндл в нормальной своей шмоточке. Какой она должна быть? Карл вальяжно ходит, все остальные по стандарту. О, балсы. О, звуки вообще другие, это УЗИ. Тут-тут-тут-тут, такие заглушенные, классные. Погнали, погнали, погнали. Так, самый интересный скейт-парк, ребята. Он тоже должен был изменен быть. Да, вот появилась такая рампа, так называемая, или дыр. Ну, короче, вы поняли, кто шарит скейтинг, я тут поймет. Хотя это не рампа, наверное, какая-то, просто дырка. Вот, но ее тоже добавили. На самом деле в оригинале, что так смешно звучит, то что это все есть именно на карте. То есть на самом радаре все это показывается, все эти дырочки, все эти изменения в маппинге. Но в самой игре, когда мы приезжаем, здесь ничего такого типа нет. Это странно. Так, дом СиДжея. Предлагаю вам его осмотреть. Может быть, здесь тоже что-то поменялось, помимо самой, не знаю, самих обоев и лесенок. Дополнительных комнат никаких нет здесь. О, фотоаппарат. Вау. Совсем другой, кстати. И посвящен был как-то по-другому. Вот этого точно не было. Не, мне нравятся какие-то изменения в маппинге. Мне вот нравится. Не то чтобы в оригинале отстой, в оригинале тоже все хорошо смотрится. Просто я, видимо, по-новому уже как-то смотрю на эту игру. Поэтому мне маппинг этот симпатизирует. Так, ну давайте же пройдемся по именно самим нововведениям, потому что, ну, смысла нет показывать вам миссии, так как... Некоторые из них только изменены, добавлены какие-то свои фишки, например, как первая миссия, то, что мы должны отвезти Биг Смоука на кладбище, а не он, как бы, нас. Вот. В общем, например, из-за наведения вот такое вот изменение в маппингах. Когда ты играешь в эту игру, ты совершенно не понимаешь. Так, типа, раньше здесь мог срезать нормально, пройти вот к той центральной улице, сейчас я не могу это сделать, потому что здесь вот оказывается гум намного больше, чем он должен быть. Но звездочка та же осталась, и это интересно. Бар 10 бутылок, тебе здесь можно напиваться. Вообще, изначально непонятно было, для чего нужен был этот бар, так как здесь ничего нельзя было делать, но как бы в бетке он весьма хорошо функционировал. И тут ходили люди, здесь надо было просто подходить, можно было напиться, причем, как я понимаю, бесплатно. Он СиДжей берет бутылочку, напивается и тем самым шатается камера, и сам СиДжей, как видим,
уходит к выходу. Вот, ну типа можно было напиться. Как бы в оригинале бар этот есть, но напиться там нельзя. Получается, нафига он тогда вообще нужен? Тогда бы вообще убрали вот эту вот стрелочку. Ну, конечно, здесь можно пировать с девушками своими, но, блин, согласитесь, было бы здорово, если бы можно было саму Карлу прийти сюда и напиться. Просто так. Оу, щит, я только хотел зайти в свою тачку и вижу, как бомжаров тупо сыт на мою машину. Также это было в бета-версии. Не знаю, почему это убрали. Это было бы неплохой такой... кстати. Это же цыпочки легкого поведения, правильно понимаю? А это наркодилер, нет? Эй, общаться со мной будем? Может, травку продашь или что-нибудь еще? Вот, ну не суть. То, что вот как-то NPC, даже пускай те же самые бомжи, но они были более живые. Катался по городу и нашел вот такой черепок. Как вы думаете, что это? Разумеется, если вы не играли в GTA Vice City, вы не знаете, что это. Потому что это Rampage, который также был вырезан. Rampage. Убейте 35 вагасов, дравбай за 2 минуты. Понял. У нас бесконечное УЗИ, дравбай, надо убить 25 вагасов. 35, точнее. И посмотри, как это работает. Давайте же... Так вот это раньше делалось, да и вообще в Vice City до сих пор такое есть. Ноу! Тачку только мы не трогайте, пожалуйста. И как по канону должны появляться только вагасы, получается. Так, это грувы. Ну, видите, вагасы не особо-то и хотят появляться. У меня всего лишь есть 1,5 минуты. Надо попытаться убить вагасов, которых почти нет. Надо, разумеется, ехать в другой район, наверное. А, вот вагасы, окей. Отлично. Да, я, кажется, провалю этот рампейдж, но саму суть, я думаю, вы уловили, как это происходит, но... Да, я нашел их спавн здесь, походу. Интересно. Так, и рампейдж фейлит, правильно? Да. Я провалил свой рампейдж. Но суть, думаю, уяснили, как это происходит, но это слишком много за 2 минуты 35 вагасов убить. Когда они не спавнятся еще ладом. Vice City это работало как-то по-другому. Они прям спавнились, если кроме них ничего не спавнилось больше. Никакие NPC. А здесь все как-то в раз. Так, ребят, ну если подойти какие-то итоги по этой модификации, глобально ее так называют. Ну да, в принципе, здесь есть какие-то штрихи от бета-версии GTA San Andreas. Но если даже это штрихи, то они... Половина из них, которая не работает или работает коряво, вы сами понимаете, что там Клео, Сани Билдеры и всякие прочее говно. В общем, дофига всякой ненужной хиромантии, и они между собой конфликтуют всегда. И происходят всякие вылеты. Допустим, ту же самую бету одежду одеть здесь нельзя, просто потому что игра вылетает раз и навсегда. Вот. Вроде как написано, что можно пользоваться донатсами вот этими, вот типа, ну, мол... Это в бетках можно было делать, но тут этим пользоваться тоже нельзя. В общем, модификация на любителя. Я просто решил вас просветить, то, что есть такая модификация, что можно вот какие-то вот штрихи прошлого, на чем экспериментировали Rockstar, поиграть. Разумеется, можно поиграть, есть сейвы, все дела. Вот так вот просто по городу поездить, понаблять за этими мафиозами, которыми в оригинале, ну, не просто не ходят, бомжи вот эти пьяные на улицах. Да, это все интересно. Эти самые скины из бета-версии, они придают своеобразную атмосферку. И вот эта вот вся вот движуха, вот то, что вы смотрите, ну да, как бы GTA San Andreas, но немножко как и не GTA San Andreas. Интересно все равно в этом покопаться как-то так или иначе. Поискать вот эти вот рампейджи, повыполнять их. Разумеется, если вы давно не играли в GTA, лучше поиграйте в оригинал. А если вы очень долго играете в GTA и вы хотите глоток свежего воздуха, например, как у меня сейчас это произошло, это реально интересно, потому что, ну, вот это вот, какие-то изменения в маппинге меня, честно говоря, поразили вот этим. Что? Как это вообще? Ну, люди туда не едут, потому что понимают, что скрипт написан вот исключительно сюда, тут, по сути, дороги нет, но вот, как видим, вот так вот. В общем, это все корявенько работает, но вот какие-то, как говорю, штрихи прошлого в этом... Какие-то есть. Карта, например, также, да, она из бета-версии, то есть перерисовали эту карту, которая лежит в офисе Торино, вот здесь вот где-то, в офисе Торино лежит эта карта, вот, да, ее перерисовали, просто вот добавили в оригинальную игру, ну вот, остров Алькатрас. Угадайте, что? Его там просто нет, это просто карта такая из бета-версии, но самого острова Алькатраса здесь нет. Мод на любителя, откровенно говоря, и поживиться тут особо нечем. Такие вот итоги, ребята, с вами был Хик. Надеюсь, вам видеоролик понравился. Если это так, то не забудьте поставить лайк, поддержать меня, подписаться на канал, написать комментарий, что вы по этому поводу думаете. Разумеется, не все получится, как разработчики
хотели донести до нас бета-версии. Но мододелы, те, кто занимается этим на добровольной основе, постарались и сделали из этого что-то такое. Ссылочки, разумеется, оставлю в описании. Кому интересно побегать, тот установит себе на чистую куда. Желательно все устанавливать. Все, с вами был Хикс, всем пока-пока. Закончу взрывом и не буду на нее смотреть, потому что я крутой. Вот так.